Феникс и Аганим. Очень интересное взаимодействие. Так, сейчас, секунду, давайте подготовимся. Нужно собрать быстренько Аганим. Собираем Аганим. Раз, два, три. Идем на топ. Не так давно, короче, играл с подругой в игру, короче. И там взял, пикнул Феникса. Поиграл, все отлично. И смотрю, опа! А на Феникса можно собирать Аганим. Да, с каких это пор? Я не помню такого. Видимо, я что-то упустил в этой жизни. Оказывается, да, теперь на Феникса работает Аганим. И если спросить любого игрока, который играет в Доту, там, который понимает, что такое Аганим, спросить: чувак, а что же делает Аганим-то, Феникс, как ты думаешь? 99% скажут, что он просто там увеличивает, не знаю, уменьшает КД, увеличивает там время яйца, там увеличивает количество ударов по яйцу и так далее. Но он будет неправ. Все гораздо иначе. Поэтому мы с вами и собираем Аганим. Само собой, в конце этого выпуска вы увидите вырезки из реальной игры. Там будет очень хороший момент, с Аксом. Но это об этом чуть позже. Теперь смотрите. Ну, мы сейчас выкладываем Аганим. Давайте мы сейчас сделаем тогда союзника. Грейте, Хиро. Наш любимый Свен. Свен. Что же делает у нас... Сейчас, секундочку. Что же делает у нас Аганим? Смотрите. Ну, само собой, Аганим, он в первую очередь влияет на нашу ульту. Смотрите. То есть, если мы просто ультуем, да, я нажимаю на ульту Р-ка. Все, моментально ультует. Все, обычно ульта, все как положено. Но теперь, когда вы собираете Фениксу Аганим, да, вы можете в яйцо брать своего союзника. Своего союзника. Во-первых, мы взяли Аганим, смотрите. Теперь мы сразу не ультуем, теперь появляется вонючая цель. Это тоже надо учесть. Потому что вы можете запутаться, видите? Ульта сразу не срабатывает. Чтобы она срабатывала сразу, нужно жать два раза теперь. Это во-первых. Во-вторых, мы вот теперь можем брать союзника в яйцо, как я уже сказал. Просто нажимаем Р-ка. Пу! Офигенная способность, великолепная просто способность. Также там увеличивается дальность применения, видите, со скипетром. То есть смотрите, как он далеко может брать союзника. Ну-ка, отсюда можем? Ну вот, да, дальность хорошая. В этом вся суть. Смотрите, когда ваш союзник попадает в яйцо, у него восстанавливается ХП и МП. Скиллы и итемы не откатываются, только у нас скиллы откатываются. Также, например, смотрите, если Гуля залезет в этого героя. Не, например, вот. А давайте мы сделаем, что мы голову ломаем, конечно. Так, грейты. Зачем делать очень маленький выпуск? Поэтому давайте сейчас мы сделаем так. Грейти, лифы. Вот. Смотрите. Нормально, все. Сейчас мы сделаем таким образом. Сейчас мы поэкспериментируем. Нам еще нужен враг. Гриати, Хиро, Свен, Эними. Левелбот. Так, сейчас еще секундочку. Надо забиндить уже эти команды, чтобы потом все быстрее делать. Ну все, смотрите, отнимаем ХП, да? Опа. 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 И опа. Так, первое говно обоссано. На чмо. Можно сделать вот так. Все, смотрите. Экспериментируем. Гуля залазит в это говно. Опа. Мы хватаем Свенчика. Пукс. И смотрим. По итогу Свен будет у нас фуловый, а Гуля каким был, таким и останется. Вот он. Так что да, Гуля не будет отрегенен. Теперь, в каких случаях помогает наша ульта? Ну, в первую очередь, ну, само собой, это логично, да? Это спасать союзника. Начнем с того, что я ни разу вообще за все это время не видел, чтобы кто-нибудь собирал Аганим Фениксу, кроме меня. Ни разу я этого не видел. Чтобы Феникс ультовал и кого-то цеплял. Ни разу. Это вот я сейчас начал делать, наверное, игру уже 5-7 сыграл в паблике нормально. Чтобы потом какие-то моменты интересные найти и так далее. Просто привыкал. Сейчас, например, я к Фениксу вообще привык просто, не знаю, идеально. Также, смотрите, вы можете цеплять, когда делаете первый скилл. Это тоже очень важно. Вам не нужно останавливаться. Вы просто делаете первый скилл и сразу... Опа, видали, да? Это очень важно.
Смотрите, когда какую можно делать связку? Самая лучшая связка, в первую очередь, это танк. Это танк. Например, когда ваш друг, там, союзник пикает Акса или Клакверка, влетает в замес или Кентавра, да, там инициируют замес, в него такая куча дерьма влетает. Его все бьют, бьют, там начинается драка. И тогда вы влетаете и спасаете его, понимаете? Спасаете. Заметьте, да, я вспомнил. Очень важно, что если вы взяли союзника в яйцо и ваше яйцо сломали, вы умрете вдвоем. Я не знаю, вот надо ли говорить, как играть за Феникса, потому что это немного видео по другой тематике, да? Но я скажу самое главное, кто будет играть. Никогда, ну практически никогда не ультуйте без второго скилла. Второй скилл очень сильно замедляет атаку врагов. Без второго скилла ваше яйцо будет ломать, ну, 80%. Поэтому я никогда не ультую без второго скилла. Никогда. И как он сейчас будет медленно бить, смотрите. Вот вы видите, да? Вот почему второй скилл нужен обязательно. Опа, давайте еще раз, сейчас мы ультанем, так. И цепляем. Опять же, повторяю, да, что если яйцо сломают, вы умрете вдвоем. Ну все, сейчас тогда я уже, по-моему, все рассказал. Что тут еще можно рассказать? То, что хилит. Если Гуля залезет нашего Феникса, и он ультанет, по идее, Гуля просто вылезет оттуда, насколько я помню. Давайте попробуем. Так, нет, еще раз, подождите. Не, смотрите, Гуля остался, смотрите. Алло. А он должен сейчас вылезти, по-моему. Не, Гуля не вылазит. Так что вот еще один плюс. Вы будете знать, что если Гуля залазит Феникса, он в нем и остается. Я просто не пробовал до этого делать так. Опа. Ну все, сейчас вы увидите, короче, вырезки из игры. Там будет самая первая вырезка, самый идеальный момент, где я спасаю Акса там с одним ХП практически. Я даже не знаю, как это так получилось. Все, смотрим. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.